Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я вам расскажу стихотворение Агния Барто. Дело было в январе. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз в ночной порой, когда лесу так тихо, встречает волк под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка. Вот такое стихотворение Агнии Барто я вам рассказала. Ставь лайк, кому понравилось это стихотворение. И подпишись на мой канал, ты увидишь много интересного. Всем пока!